В следующем месяце в Высшей школе ИТИС Казанского федерального университета пройдет хакатон интеллектуальной транспортной системы и элементы ситуационных центров, которые проводятся уже третий раз подряд. Он проводится, конечно, не первый год у нас уже, вот это, получается, третий у нас хакатон по этой тематике. Спонсор этого мероприятия у нас является бюджетное учреждение безопасности дорожного движения и организация по безопасности жизнедеятельности детей, научный центр. Непосредственно курирует это вообще направление развития и регулярные мероприятия в рамках хакатона. Это Рифкат Нургалиевич Миниханов. Он как-то так очень активно нас поддерживает, вообще деятельность студенческую, молодежную. Основной целью мероприятия является выявление и поддержка наиболее талантливой и творчески активной молодежи, поощрение их научной деятельности, а также развитие форм сотрудничества образовательных организаций с подразделениями госавтоинспекции, общественными организациями по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Интеллектуальная трансформация – это такая не везде освещенная тематика, в основном такое хайповое направление – это большие данные, там, искусственный интеллект, там, блокчейн. Здесь, конечно, это в основном именно направлено, практико-ориентированное такое направление, где направлено на применимость в городской среде. Акцент мы делаем на студентах вообще КФУшных, потому что они нам ближе, но их много. Но также мы рассылаем приглашения во все вузы Республики Татарстан. В принципе, и бывало, что и к нам из Челнов, из других регионов приезжают. Вот. Другие вузы обязательно, конечно, тоже участвуют. Даже участвуют, в принципе, и зайти лицей у нас. Прошлый хакатон интеллектуальной транспортной системы «Мобильность людей», который состоялся в октябре 2017 года, победили студенты Высшей школы ИТИС КФУ Екатерина Бобринская и Данил Кузнецов, которые представили прототип умного браслета для водителей. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.